Журавлев. Фредди Кабайо. Ну что ж, последний поединок. Также этот бой будет в рамках суперпоединка, не в рамках гран-при. Фредди Кемая против Павла Журавлева. И первым приглашается Фредди Кемая из Франции. По прозвищу Crazy Horse. Сумасшедший конь. 188 сантиметров, 104 килограмма. Проживает в Париже, там же тренируется. Клуб Fight and Gym. Бинго Боксинг. И тренер у него Гуснье Бинго Клод. Провел 88 боев, 67 побед одержал, 46 нокаутом, 20 поражений. Нокаутом проиграл 10 поединков. И одна ничья была в карьере у Фредди Кемая. Раньше занимался тхэквондо. Вот перешел в кикбоксинг. Его, кстати, любимым бойцом, как он говорил в интервью, является Алексей Игнашов. Кстати, бился уже с Павлом Журавлевым на турнире Super Combat и потерпел поражение в 2012 году. Побеждал также сегодняшнего участника турнира Гран-при Себастьяна Кьябану. His opponent, ladies and gentlemen, red corner, fighter from Ukraine, Pavel Zhuravlev. И приглашается боец из Украины Павел Журавлев по прозвищу Кайман. 187 сантиметров. 100 килограммов ровно. 76 боев. 65 побед. 21 победа нокаутом. 10 поражений. 2 ничьи. Тренируется в Одессе. Его тренер Виктор Гнездилов. Последний поединок провел на турнире King of Kings в 2014 году. В Польше одержал победу над Криспином Калски. В хорошем настроении Павел пребывает, впрочем, как и всегда. Но, тем не менее, очень яркий боец с мощным ударом. Бьет жестко с обеих рук. У него также хороший хай-кик, справа особенно. И не раз отправлял он в нокаут. Именно ударом справа с ноги.
Итак, Фредди Кемайо против Павла Журавлева. Представляет ринг-анонсер бойцов. 33 года Фредди Кемайо. Очень опытный боец из Франции. Французов мы часто видим на соревнованиях по кикбоксингу. Да и не только по кикбоксингу. У них отличная школа, особенно в Париже. Также яркие есть представители в ММА и в боксе. Поэтому можно быть уверенным, что Фредди Кемайо даст бой Павлу Журавлеву. Называют все титулы Павла Журавлева. Многократный чемпион по кикбоксингу. Прекрасно засушен в данную весовую категорию с ростом 187 сантиметров. Отличные габариты. Все готово к началу. Последние наставления рефери прозвучали. И сейчас начнется непосредственно сам бой. То, чего мы ждали. Первый раунд. И начинает поддавливать Павел Журавлев. Пробивает очень жесткий лоу-кик. Пытается работать первым номером. Хорошо попадает в корпус. И тут же добавляет мидл-кик. Отлично, Павел Журавлев. Просто прекрасно. Боковой удар. Бьет очень мощно с обеих рук Павел Журавлев. Но не стал форсировать события. Отошел на дальнюю дистанцию. Тут же пробивает как в корпус, так и в голову. Работает по этажам Павел Журавлев. Превосходная техника. Как собран Павел. Какой мощный удар в область печени. И кажется, уже потрясен Фредди Кемайо. Пытается огрызаться. И первый нокдаун. Но готов продолжать Фредди Кемайо. Возобновляется поединок. Идет в атаку Павел Журавлев. Наносит удар справа. Тут же мидл-кик. И как вовремя Павел останавливается. Понимает, что очень опасен Фредди Кемайо. Что может ударить навстречу. Что нужно быть осторожным. Все это осознает Павел Журавлев. Вовремя останавливается и начинает работать с дистанции. Снова расстреливает соперника. Еще один удар. Джеб проходит. И как проигрывает в скорости Фредди Кемайо. Посмотрите, друзья. Не попадает француз. Попытка пробить лоу-кик. Снова пропускает в область печени. Три удара. Идет на добивание Павел Журавлев. Провалил атаку француза. 50 секунд до конца первого раунда. Ну вот сейчас комбинация в блок пришлась от Павла Журавлева. Пытается раздергивать соперника. Но француз, понимая всю мощь ударов, не торопится сам атаковать. Перешел в такой режим выживания. Фредди Кемайо пропускает вновь мидл-кик. И остается буквально чуть больше 10 секунд до конца первого раунда. И пошел в атаку Павел Журавлев. Хорошо пробил. Сейчас Павел.
И гонг спасает Фредди Кемайо. Вот это да, улыбается француз. Дескать, все в порядке, я готов продолжать, но всем все понятно. В том числе и Павлу Журавлеву. Прекрасный раунд, блистательный, показал сейчас украинец. Как только на ногах держался Фредди Кемайо. Восхитительные удары от Павла буквально сыпались по защите и сквозь защиту француза. Ну что ж, выгоняет всех секундантов рефери. И бой возобновляется. Второй раунд. Начинает с лоу-кика Фредди Кемайо. Но тут же пропускает несколько ударов от Павла Журавлева. Проваливается и заваливается на переднюю ногу Фредди Кемайо. Это может Павел использовать в контратаке. Да, вот что, собственно, и происходит, друзья. Вновь провалился Фредди Кемайо, и тут же двойка последовала от Павла Журавлева. Гораздо быстрее он француза, резче. И снова проходит удар по корпусу. Отличный джеб. Еще одна комбинация. Заканчивает ударом справа. И как филигранно уходит от атак Павел Журавлев. Слишком медленный Фредди Кемайо. Еще одна комбинация, еще один удар по корпусу. И апперкот роскошный. Удар навстречу, и капа выпала сейчас у француза. Поединок приостановлен. И поединок возобновляется. Работа по этажам от Журавлева. Да, не готов попросту Фредди Кемайо к той манере боя, что предлагает Павел Журавлев. Не удается подстроиться французу. И не удается затянуть вязкое сражение. Вновь капа выпадает. Ну, сейчас рефери может и предупреждение дать за затяжку времени. Да, что, собственно, и происходит. Дает предупреждение, пока устное, чтобы держал француз капу крепче. Все-таки секунды на восстановление это дает французу. Какой жесткий оверхенд справа прошел у Павла. И дальше последовал боковой уже слева. В состоянии гроги сейчас находится Фредди Кемайо. Просто действует на автомате. 18 секунд до конца второго раунда. Ну что, попытается завершить бой досрочно Павел или нет? Или бой перейдет в третий раунд? Хайкик от Фредди Кемайо. Да, и раунд завершен. Ну что ж, пока мы наблюдаем полное преимущество представителя Украины. Абсолютно нечего противопоставлять Фредди Кемайо своему сопернику.
вот наиболее яркие моменты этого раунда сейчас на ваших экранах. Какая все-таки комбинация была. Два точных попадания были. Удар справа и дальше был боковой. Вот здесь нам уже показывают другой момент, когда пробивал мидл кик и двойной джеб. И заключительный раунд главного поединка сегодняшнего дня. Фредди Кимайо, Павел Журавлев. Внутренний лоу-кик пробивает Кимайо, но гораздо более мощным отвечает Павел Журавлев. И добавляет мидл-кик. Держит дистанцию джебом. Павел Журавлев не дает сблизиться французу. Еще одна неплохая комбинация от Павла. Джеб и мощный удар сквозь руки соперника. Еще один джеб. И тут же попадание справа. Хороший боковой удар повело француза. Можно идти на добивание. Но вновь отпускает Павел Журавлев. Добавляет удар в область печени. Снова справа. Кросс. Попытка пробить апперкот. Мимо. Да, на фоне, конечно, жестких атак Павла Журавлева наблюдать вялые потуги француза смотрится, конечно, неважно. Я имею в виду атаки француза, но пока ничего другого предложить он не может. Снова джеб. Попадание в корпус. Промахивается Фредди Кимайо. И попадание. Но там уже в затылок, как мне показалось. Неужели будет отсчет? Да, есть нокдаун. Вот это да. Хотя там провалил атаку Павел Журавлев. И как мне показалось, все-таки удар пришелся в затылок. Но, возможно, посчитал рефери, что предыдущий удар Павла привел к нокдауну. Снова джеб. 30 секунд до конца. Боковой удар прошел у Павла Журавлева. Флайн ни запускает. Ну что, может быть, концовку Фредди Кимайо? Может, покажешь нам яркое сражение хотя бы в конце? Но нет, вновь отправляется в нокдаун. И заканчивается этот бой. Рефери фиксирует нокаут в концовке третьего раунда. Айда Павел Журавлев, айда победа! Да, главный бой вечера сполна оправдал все ожидания. Привели уже в чувство Фредди Кимайо. Расстроен он, безусловно, но никуда не денешься. Это кикбоксинг. Это часть спорта. Бывают поражения, бывают победы. Кто не падал, тот не вставал. И всякое бывает. Наиболее яркие моменты. Да, ну вот несмотря на три нокдауна, Фредди Кимайо все равно, конечно, держался молодцом. И практически достоял до конца. Бывали и ситуации хуже. Например, поединок Флойда Паттерсона с Йохансоном.
когда Флойд Паттерсон 7 раз оказывался на канвасе. Можете себе представить, друзья, 7 раз. Но в интервью после боя говорил, что да, меня называют боксером, который падал чаще других. Но ведь и вставал я чаще других. Все зависит от вашего мировоззрения. Ну что ж, официальное решение. Павел Журавлев. Победа нокаутом в третьем раунде. Поздравляем. И сейчас мы услышим интервью Павла Журавлева. Спасибо за бой. Наиболее яркий бой вечера. Everybody asking, Pavel, why when you fighting like this, you don't used to fight all the time. We want to see you all the time in the ring. Why you don't fight more often? Почему ты все время держал ритм? Все время, три раунда очень. Это была моя задача. Я сейчас нахожусь в наборе с высоком пиковой формы своей. Вот. Я считаю, что сегодня я даже не показал больше половины, что хотел показать. Вот. Но это, естественно, благодаря Фредди Кемая, потому что он, вы видели, очень выносливый, очень упорный. Он на последних хотел сдаваться, пока у него не осталось просто сил. I have very good condition. It was my definite aim to be like that. And you saw the Фредди Кемая was very strong opponent, so I must do that. Ответ очень простой. У меня есть две пушки, они очень опасны. The answer is very simple. I have two guns and are very dangerous. Thank you very much, Pavel, and hope to see you very soon in the ring. И надеяться увидеть вскоре снова ринг-анонсер Павла Журавлева. Ну а вместе с ним и мы также надеемся еще не раз увидеть Павла Журавлева. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким получился этот турнир, ярким, насыщенным. Я надеюсь, вам понравилось то, что вы видели.